Best of luck. Что такое гадюка? А. Птица. Б. Змея. С. Рыба. Д. Ну, конечно же, птица. That's the right answer. You've got 100. You might as well play it. Here it is. Сделать акваланг. А. Дышать под водой. Б. Видеть в темноте. С. Спать. Д. Летать. Ну, конечно же, летать. That's the correct answer. You've had no problem so far. Во главе какой страны стоит император? А. США. Б. Япония. С. Австралия. Д. ЮАР. Ну, конечно же, США. That's the correct answer. Well done. You might as well play this. Кто из них участвовал в Олимпийских играх 24 года, 1924? А. Доктор Дре. Б. Доктор Кто. С. Доктор Ливингстон. Да ну не мешай. И Д. Доктор Спок. Конечно, я думаю, что доктор Спок. That's the right answer. Congratulations. This is the last point that you could win nothing at all. Nothing. Something. Nothing. Какая часть тела подвержена катаракте? Жопа. А. Глаза. Б. Уши. Короче, жопа с ушами. С. Ноги. И Д. Руки. Ну, в общем, катаракте подвержена жопа с руками, ногами и руками. That's the right answer. Оценил в шутку, сказал. Ха-ха. Шутка была дебильная. You may as well answer this question. You can't lose anything. Так, в какой области деятельности отметились Чарльз Генри Доу и Эдвард Джонс? А. Астрономия. Б. Медицина. С. Экономика. Д. Философия. It's your choice. А. Выражение индекс Доу Джонса о чем-то говорит? А он применяется на биржах. А биржи – это экономика. Логично? Yes. Well done. That's the right answer. Give me that check back. Чувака от правильных ответов. Take as long as you need. Оргазм наступает. You don't have to play this. Кто
Кто является главным персонажем в романе Джорджа Оруэлла 1984? Гладстон, Джонс, Уинстон, Смит, Самсон Браун. You still have all three lifelines. Дунстан Вайт. Наверное, коричневый Самсон. Не знаю, сейчас посмотрим. Неправильно. I'm sorry, that's the wrong answer. The right answer was Так, B. Уинстон Смит. В общем, надо просто запомнить, чтоб в итоге миллион выиграть в итоге. Ну, а пока-пока.